О боже, дамы, счастливого развода. Это будет все о тебе, Зан. Время вернуться к нормальной жизни с теми, кто меня лучше всего знают. Это мой ДП. Моя вечеринка развода. Понимаешь, я не могу не видеть здесь двусмысленности. О, это двусмысленно. Расскажу позже. Мы с Коди были вместе 10 лет. К полуночи воскресенья половина моих сбережений будет у него. Я хочу, чтобы каждый из вас предложил, что делать с деньгами. О, я с удовольствием это сделаю. Венди, заставь стриптизеров и бонусы падать, как дождь. У нас есть 48 часов, чтобы распустить бабки. Ты думаешь, с ней все в порядке? Ментально? Трудно сказать. Очевидно, у нее психическое расстройство. Похоже, мои друзья солгали мне и заговаривали за моей спиной. Слушай, приятель, у нас было очень странное время. Ты хочешь, чтобы я наказала тебя? Нет, не очень. Жизнь не должна быть идеальной. Нет, 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 я ухожу. Была ли у тебя проблема с близняшками, Бу-Бу? Бу-Бу, черт, это может быть грязным. Давайте наденем что-нибудь розовое и непредсказуемо. Ни в коем случае. Мне понадобится много терапии после этого. Я хочу, чтобы мое имя произносили перед всеми.